Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется 145 выявленными случаями новой коронавирусной инфекции по данным Управления надзора по республике. На столицу нашей республики приходится 48 случаев. К сожалению, только меньше, как в два раза, а 24 случая приходится на Мирнинский район, где, значит, на настоящий момент достаточно большое количество выявленных. Выявлено из тех, кто вернулся с отпусков, выезжая на новогодние праздники. Для Алданского, Мигино-Кангаласского района характерно 14 и 11 случаев соответственно. 9 случаев зарегистрировано в Нерингринском районе и 8 случаев в Ленском районе. Ленский район, стоящий, опять же, достаточно стабильно в течение, наверное, последнего полугода, даже месяцев, наверное, 4-5. А тем не менее, вот сейчас среди местного населения, опять же, из тех, кто вернулся и вышел на работу после, соответственно, значит, выездов за пределы района и за пределы республики. Поэтому я еще раз обращаю внимание всех граждан, которые во время, значит, новогодних праздников выезжали за пределы республики, соответственно, значит, очень более внимательно относиться к своему здоровью, потому что от вашего здоровья зависит и здоровье рядом находящихся с вами людей. В 11 районах республики зарегистрировано от 1 до 6 случаев новой коронавирусной инфекции. Ну и часть районов у нас сегодня является свободных от зарегистрированных новых случаев. За сутки мы продолжаем также проводить наши лабораторные исследования методом ПЦР. За сутки проведено 2379 исследований. И на настоящий момент в республике в целом обработано 905 233 теста. Вы знаете, что мы начали массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции и уже говорили о том, что и вторая партия вакцины, поступившая в республику, 27 292 дозы вакцины, она направляется сегодня в районы республики. Часть районов уже получила, часть районов еще не получила, так не получили некоторые северные районы. В большей степени это связано непосредственно с условиями перевозки и нашими погодными способами. Погодным состоянием, которое сегодня в республике имеет место быть. У нас за сутки провакцинировано 884 человека. Соответственно, будем наращивать и темпы вакцинации, так как запись сегодня есть практически во всех поликлиниках, как города Якутска, так и в центральных районных больницах ведется соответствующая запись. Необходимо обратить внимание, что поликлиники будут работать на повышенном, соответственно, значит, на удлиненном графике работы, и в том числе работать будут выходные праздники, выходные дни, которые непосредственно для, значит, вновь в целом граждан республики являются выходными, для медиков являются вновь рабочими днями. Поэтому просьба уважать труд медиков, медицинских работников, которые выйдут в свои, в том числе и выходные дни, на вакцинирование населения.